Homo sapiens под микроскопом. Такое название дал автор книги Андрей Киясов. Написана она в экспериментальном жанре научно-популярного учебного пособия и рассказывает о том, как устроен человек, как работают и развиваются сложные системы наших органов, из каких клеток они состоят и какую ответственность несет каждый тип клеток в сложном функционировании нашего организма. Просто донести до всех, как мы устроены, как работают наши органы и почему, так сказать, бывают поломки, возникают болезни. По крайней мере, я попытался сделать это, чтобы было интересно, со всякими, ну там, если почитаете, так сказать, как бы со сравнениями, чтобы легко можно было понять. Главное отличие книги от классического учебника – стиль изложения материала и иллюстрации. Она структурирована в соответствии с разделами дисциплины гистология. Автор преподает у студентов медицинских вузов уже 40 лет. Книга написана таким образом, чтобы текст был понятен не только врачам и студентам медицинских вузов, но и обычным читателям. В рамках программы «Приоритет» мы говорили о биологизации общества, о биологизации образования, потому что, помните, когда была пандемия COVID, то там каждый суслик-агроном из каждого утюга слышалось, так сказать, все там слова иммунология, антитела, еще чего-то. И каждый как будто что-то понимает. 90% из тех, которые из утюгов вещали, так сказать, не понимают даже то, о чем говорят. Вот здесь вот я попытался так, чтобы люди поняли, о чем же хотят им, так сказать, сказать из телевизоров или из каких-то других средств массовой информации. Книга отвечает читателям на все интересующие вопросы, касающиеся нашего организма. В нее включен весь базовый раздел, то, что должен знать каждый врач и любой, кто учится на медицинской специальности. Главный посыл этой книги – поднять уровень биологической грамотности всех людей, интересующихся своим здоровьем и медициной. Эмилия Адешина, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.